Добрый день всем! Меня зовут Анастасия Ретинская, я являюсь национальным директором кооперативной группы ITC. И сегодня мы являемся свидетелями вручения ключей нашему очередному участнику программы «Моя квартира» Михаилу Лесину. Вы знаете, Михаил внес первоначальный взнос по этой программе в июле 2018 года. И уже через месяц он получил уведомление для того, чтобы начать приступить к поиску своей квартиры. Это был тот случай, когда первая квартира, которую выбрал Михаил, она по некоторым причинам не подошла. И именно в такие случаи кооператив дает 3 месяца каждому участнику для того, чтобы он выбрал именно ту, в которой он по-настоящему хочет жить и которая подходит по программе. Вы знаете, Михаил выбрал квартиру чуть дороже, чем планировал приобрести, но это его не смутило, потому что сегодня те условия, которые дает программа, 10 лет рассрочки и ставка 5,5 годовых, она, безусловно, позволяет приобретать именно то, что ты хочешь, не боясь существенных переплат. После внесения дополнительного платежа первоначальный взнос, кооператив приступил к приобретению квартиры. И сегодня тот день, когда Михаил получает ключи. Давайте посмотрим. Дорогие друзья! Сегодня хотел бы поделиться с вами своей радостью. Буквально на днях я стал владельцем собственной квартиры. Вложив часть своей суммы, остальную сумму субсидировала компания, я заехал в собственное жилье. Хотел бы сказать большое спасибо компании ITC Group и ее программе «Моя квартира» за предоставление таких возможностей для желающих получить свое жилье.